Всем привет! С вами, как всегда, я Валерий, и это «Квартирник». Сегодня речь пойдет о такой всемирно известной игре, как Dota 2. И у нас в гостях Евгений, профессиональный игрок в этой дисциплине. Они нарушения, ребят. Ребят, Троша, просвет, быстрее. Евгений. Просвет! Евгений. Не мешай. Итак, мы снова в эфире. Евгений, я видел, что вы играли в Dota 2. Каковы ваши ощущения? Да, было потно, очень потно. И, кстати, я капитан команды. Мы играли только что вместе с командой, вместе. Что, довольно известная команда? Ну да, довольно, да, в некоторых клубах. Можно поинтересоваться, как же она называется? Помойка. Но вы не подумайте, кстати. Я достаточно хорошо играю и достаточно долго, уже около 3 недель. Но это, кстати, самый большой срок в нашей команде. Евгений, что вы можете рассказать о Доте 2? Дота? Это 111 предметов. Героев? Точно. Это огромное количество героев. Предметов? Точно. Дота — это место, где ты можешь найти своих родителей. Дота — это многочисленное количество стримов и схватки на миллионы долларов. Присоединяйся и ты. Евгений, чем для вас является эта игра? Это не игра. Это ночные посиделки в скайпе. Это тонны выкуренных сигарет. Это когда потные катки и тебе несут полотенце. О, да, спасибо. Это сорванный от криков голос. Это когда берут пуджа. Это когда пуджом идут на мид. Это когда пуджом сливают мид. Это когда пудж не попадает хуком, пишет ГГВП и ливает. Ты это понимаешь? Это литры выпитого чая. Это великолепная игра. А, кстати, да, а чай, а у вас тут вообще делают чай? Да, чай, пожалуйста, в студию. А, да, спасибо, а это как бы один на двоих? Ну могли уже и третью ручку приебошить. Евгений, какой ваш самый любимый герой в Доте? Ну, знаешь, это будет даже инвокер, да. Хотя от него ульты толку ноль, потому что он не наносит никакого урона. Но от первых трех скиллов есть хорошая польза, особенно от экзорта. Дополнительный урон с руки, и это очень эффективно. Я еще покупаю предметы на дополнительный урон. В некотором плане это очень сильно эффективно. Простите, я, наверное, вас запутал, да? Да. Да, это инвокер — это самый мой любимый. Ясно. Евгений, какой ваш самый нелюбимый герой? О, господи, не вспоминайте мне эту флевую тварь. Ужас, фу, имба, 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 не контрится, не контрится! Да, здравствуйте, вы Валерий? Да. Вы скорую вызвали? Да. Это, как я понимаю, пациент, да? Да, да, вот. Что с ним? У него горит из-за Рики. Твою мать. Тут еще у одного из Рики горит. Давайте бы рубашку сюда. Евгений, я просто медработник. Ну а что, пацаны вордов не могли купить, что ли? Ну и на этом наша программа заканчивается. С вами был Валерий и профессиональный игрок в Dota 2 Евгений из команды «Помойка». Евгений, что вы можете рассказать напоследок начинающим игрокам? Всегда. Всегда ставьте ворды. В любых ситуациях ставьте ворды. И никогда. Никогда не играйте за него. Никогда. Никогда не играйте за него. Никогда. Подписывайтесь на канал «Квартирник», ставьте лайк. Не надо, не надо, никогда.